В зале ни единого свободного места, проходы заставлены приставными стульями. В областном театре оперы и балета «Аншлаг» ценители романса собрались на гала-концерт, где победители международной романсиады представили лучшие романсы – русские, казахские и даже таджикские. Один за другим на сцену выходили лауреаты престижного конкурса. В этом году шымкентцы оставили себе несколько номинаций. В номинации «Казахский романс» Жулдызай Мусаевой и Нуржану Жусибекову досталась третья премия. В русском романсе первой премии удостоилась блистательная Балнур Жапарова. Выступления номинантов разбавляли и российские гости. Но кто мне скажет правду? Хочу. На самом деле музыка романса – это настолько многогранная музыка, ее так много на самом деле. Я лично сам как бы люблю над ним работать и искать что-то новое в нем, потому что этот жанр должен жить. Казахская романсиада 2013 подарила музыкальному миру обладателя гран-при, что случается нечасто. Мнение членов жюри в вопросе присуждения высшей награды было единым. Бахы Джакыпов из Кыргызстана получил награду не только за мастерство, а еще за волю к победе, невероятное стремление и искренность. Под бурные аплодисменты зрителей на сцену театра вышел абсолютно незрячий молодой человек. Но с первых же слов романса, очарованные проникновенным голосом и манерой исполнителя, зал был покорен. Не мог сдержать эмоций и почетный гость романсиады, заслуженный артист России Аристарх Ливанов. Его приветственная речь была короткой, но емкой. Так поют пророки. У тебя обыкновенный год. Ничего особенного. Но у тебя громко стучит сердце. И звук этого сердца может мирить народ. Какого звучания, я не помню. Душевных романсов много не бывает. После завершения гала-концерта благодарные зрители еще долго не желали отпускать вокалистов. Вопреки многолетней традиции, аким области не стал выходить на сцену с приветственной речью, а прямо в зрительном зале поделился впечатлениями. Я полностью согласен с мнением жюри. И мне кажется, вот решение, которое состоялось в отношении вот распределения вот, премии, распределения каких-то вот мест, это, мне кажется, полностью соответствует. И добавить, мне кажется, это нечего. То, ну, все талантливые, и на самом деле хочется пожелать вот доброго пути, и чтобы этот конкурс открыл вот хорошую, добрую дорогу в большое искусство. Сами же участники романсиады считают, что в этом конкурсе нет побежденных. Участие в празднике романса – это и полученный опыт, и новые композиции, и новые знакомства, и душевная зарядка. Романс не выходит из моды, а значит и чувства, которые он пробуждает, остаются навечно.